В Кузнецком музейно-выставочном центре состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню российского студенчества. Приветствуя собравшихся в зале, глава администрации Сергей Златогорский отметил, что студенты – это будущее России, потенциал развития города и региона. Это здорово, что в нашем городе есть целая сеть учебных заведений, аж 5 штук, да, там почти 3000 студентов учатся на разные направления, специальности. Сегодня студенты пройдет там год, два, там, кому сколько учиться, и вы станете взрослые люди, и вы будете определять жизнь страны. Придет пора принимать решения и реализовывать их, и отвечать за себя, за свою семью, за свое там предприятие, участок работы, да, за свой город, за свою страну. И вот это важно тоже как-то периодически к этой теме возвращаться и понимать, что студенчество останется в памяти. Я и призываю вас, как активистов, так сказать, представителей молодежи городской, студенческой, проявлять большую гражданскую активность, экологическую, спортивную, любую, так сказать, позитивную с точки зрения общественных ценностей активность. Ваша жизнь, она может быть интереснее, и жизнь города, в том числе за счет вашей инициативы. И здесь, вот как было сказано, мы, конечно, власти вас всегда поддерживаем. В рамках тех возможностей, какие нам по силам. Не все мы можем, так сказать, себе позволить, и финансовые есть ограничения, и другие. Но если что-то есть, то это вполне себе можно как бы запланировать и сообща реализовать. И хотелось бы, чтобы действительно такое движение у нас было. Вот у вас огромная сила, огромная мощь. Желаю вам успехов, вашему поколению успехов. Нашему городу тоже, учитывая, что мы студенческий город, какие-то свои студенческие традиции надо начать создавать, генерировать, закладывать. Я желаю вам успехов во всех ваших делах, в профессиональном росте, вот в тех волонтерских начинаниях, в спорте. Кто, у кого, к чему душа лежит. Главное, быть полезным обществу. Станьте профессионалом своего дела. Это сегодня очень важно и востребовано. В ходе встречи представители каждого учебного заведения представили свои выступления. Лучшие студенты были награждены благодарственными письмами главы администрации за отличную учебу, активную жизненную позицию, успешную добровольческую деятельность и высокие достижения в спорте.